Враг ненавидит семью, враг ненавидит церковь, враг ненавидит человека, потому что человек сотворен по образу и по подобию Божьему. Поэтому он всячески делает все, чтобы победить человека, чтобы топтать в грязь, чтобы человек стал наркоманом, алкоголиком, проституткой, чтобы человек не имел семьи, чтобы человек не жил правильной жизнью, а чтобы человек просто был поражен грехом в этом мире. Но среди всего этого шума, среди всего этого хаоса, среди всего этого беспорядка, крест Иисуса Христа стоит в центре и кричит: «Совершилось! Совершилось!» И мы те люди, которые должны об этом кричать по всему миру. Совершилось! Победа за нами! Мы родились от Бога! И мы сегодня имеем право наступать на все это, чтобы не пришел враг и не обманул нас. Бог за нас! А если Бог за нас, какая разница, кто против нас?